Всем привет! Сегодня 13 ноября, мы снова на проверке. Прошел почти весь путик. Осталось, не знаю, капканов 10. И вот у нас удача. Котик-соболь попался. Вот такой. Котяра большой. Вот будет что еще, включусь. Всем вот пока. Подходим почти к концу путика. Вот издалека увидел, еще один соболь попался. Сейчас подойдем. На этот раз вроде кошка. Ага, кошечка. Ой. Ой, снега уже море по колено. Ну вот он. Сейчас. Фух. Вот такое, такая вот кошечка у нас. Ну-ка. А нет, это котик молодой. Все, еще что будет, еще включусь. Вот идем, идем, осталось 4 капканчика. Вот смотрю, гуманный капкан сработал, самодельный. КПшка 140-я. Вон он висит вдалеке, видите? Сейчас подойдем. Не знаю, почему-то посередине попался. Что-то насторожка не сработала так, как надо. По шее. Ох, какой котяра. Правда, светленький, но большой. И вот сейчас у меня осталось 4 этих самодельных. И все. Ой. Провалился. Вот он. Сейчас ружье поставлю. О, мягкий, хорошо. Можно без капкана будет забрать. Вот такой вот. Светленький, но с сединой. Ладно, что еще будет, включусь. Ну вот отошел от того гуманного капкана. Вот у меня ящик еще один. И смотрите, еще один. Сейчас тряхну. Тоже кот черный. Это уже сегодня получается, что у нас? 4-й. 4 штучки. Ну, привода нету, видать. Белочки вытащили. Но вот здесь, смотрите, сейчас. Вот они у меня самодельные. Я их сам делаю. Это из электродов рамки, ну, пружина. Ну, вот здесь насторожечка четко по шее. Ладно, будет что, еще включимся. Ну вот результат нашей охоты. 4 соболя. Вот они, красавцы. Вот этот, конечно, темненький, хороший такой. Котик большой. Ну вот и все. Всем удачи, пока-пока.